осознание именно само как таковое того, что я армянка, появилось как раз где-то 2 года назад. Не тогда, когда мне родители говорили, не общайся с другой нацией, не тогда, когда мы ходили на митинги касательно геноцида. Нет, это появилось, когда я просто поняла, что я являюсь частью маленького народа, что я несу в себе какой-то маленький корешок большого целого мира, можно так сказать. И это произошло 2 года назад, когда я впервые попала в армянскую церковь. Была литургия на армянском языке. И когда ты слышишь слова Божьи, можно сказать,